вот этого художника, и дается возможность каждому человеку подумать, а кто для тебя вот этот художник, этот сказочник. То есть это здорово, когда вот какое-то слово такое ёмкое, и оно не затирается, а вот красиво так вот сказано. Ну, я с точки зрения как бы русского языка, дизайнерского, мне лично это очень вот важно, то есть когда я читаю, я не уже не отвлекаюсь на эти ошибки, да, и шрифт, то есть классно подобран.